И добавим к нашему сюжету, что сегодня для родителей и школьников в физико-математическом лицее-интернате состоялся день открытых дверей. Ученики показали гостям концертную программу. Руководство школы рассказало подробнее о проекте развития математического образования в республике, ответило на все вопросы. Также родителям и будущим школьникам 7-го экспериментального класса показали учебные помещения, которые оснащены всем необходимым для занятий. Показали и жилой корпус, в который уже 1 октября приедут ученики проекта. Здание разделено на две зоны – женскую и мужскую. Здесь сделали капитальный ремонт. К переезду 17 учеников готовы спальные комнаты, ванные, игровые и комнаты отдыха. Руководство лицея-интерната заверяет, учебное заведение полностью готово к учебному процессу. Обеспечено круглосуточное пребывание, будут с ними воспитатели следить за режимом дня. То есть они все время будут под наблюдением. Первая половина дня – это классная урочная система. Во второй половине дня они будут посещать факультативы, кружки. Потом, после второй половины дня, они могут спокойно в своих спальных корпусах, комнатах отдыха продолжать и готовиться к следующему дню, и отдыхать.